Продуктивна співпраця, Асоціація олімпійських видів боротьби, Федерація греко-римської та Федерація вільної боротьби Одеської області підписали меморандум про спільну діяльність разом з управлінням фізичної культури та спорту області. Ініціатори угоди розповідають, що їх головна мета – розвиток олімпійських видів боротьби серед молоді. Я считаю, что сегодня произошло важное историческое событие, когда олимпийские виды борьбы, это классическая греко-римская борьба, это вольная борьба, они объединились под, скажем так, крышей одной ассоциации, и я уверен, что это даст новый толчок развитию данных видов спорта. Почему? Потому что мы видим, что есть виды спорта, которые приобретают массовость. Сегодня борьба, ну, она, наверное, не столь массова у нас, к сожалению, как хотелось бы. Поэтому наша задача номер один – развивать эти виды спорта, развивать их в городе Одессе, в Одесской области. И приятно, что Национальный университет Одесской академия уже давно стал такой площадкой, где проводится огромное количество турниров, в том числе вот впервые за 20 лет мы в том году проводили чемпионат Украины по греко-римской борьбе. Мы проводим ежегодно два турнира, это Кубок Черного моря, это турнир Планета Академия по кадетам. Завдяки такому об'єднанню ці види спорту зможуть отримувати підтримку з боку держави. Через це розвиток греко-римської та вільної боротьби буде можливим і в районних центрах Одеського регіону. Варто зазначити, що зовсім нещодавно в спорткомплексі Одеської юридичної академії за підтримки президента академії Сергія Ківалова пройшов фестиваль спортивної боротьби, який зібрав 500 спортсменів з усієї України. Така масштабна подія безумовно пішла на користь розвитку спорту. Крім цього, підписання меморандуму допоможуть Одесі та Одеському регіону стати центром олімпійських видів боротьби. В Одесской области, и я думаю, что, наверное, в Украине еще нет такого объединения, как мы сегодня объединились. Все два вида спорта в одно. Вот как мы сегодня высказались, будем делать соревнования, будем делать официальные там чемпионаты, мы будем делать их вместе. Во-первых, дружно, вместе. Это и по бюджету, это и по зрелищности. На сегодня мы должны, обязаны сделать борьбу намного зрелищнее, чтобы была. И вот мы буквально недавно делали фестиваль борьбы, на котором присутствовали около 500 и выше учащихся, и мы поняли, что такое аура. Прекрасная, здоровая, борцовская аура. Перш за все, популяризацію спортивної боротьби проводять заради дітей, адже у їх віці починали видатні спортсмени, які вже зараз стають олімпійськими чемпіонами та живими прикладами для молоді. Мы видим определенную тенденцию, конечно, когда мы на своем уровне проводим детские соревнования, дети, получают свою боевую практику, показывают уже высокие результаты и выезжают за пределы нашей области. И совсем скоро, я думаю, что мы увидим новых спортивных звезд, таких, как, ну, наверное, было бы громко сказано, но Жан Беленюк – это действительно живая легенда, живой, так сказать, идол для наших спортсменов. Я думаю, что не за горами ребята будут показывать не хуже результаты, чем наш чемпион.